сейчас будет дан старт 11-му заезду. Приз мира. Я только на своих кусок. Бег Павел From the World на втором месте. Тибериус Эн. На третьем месте Хартун. Тут же Макдональд Лючик. Тут же Белла Дежо. На первое место выходит Тибериус Эф, на втором месте From the World. На третьем месте Бо Вояж. Тут же Макдональд Лючик. Четверть пробега за 30,9 секунды. Бег идет Тибериус Эф, на втором месте From the World. На третьем месте Бо Вояж. На четвертом Хартун. Тут же Макдональд Лючик. Впереди Тибериус Эф, на втором месте From the World. На третьем месте Бо Вояж, на четвертом Макдональд Лючик, на пятом месте Хартун. Сбоил Белла Дежо. Четверть пройдена за 31,9 секунды. Белла Дежо сделала проскакивание в барьере From the World и Тибериус Эф. На третьем месте Макдональд Лючик. На четвертом Бо Вояж. Бо Вояж вышел на третье место, бег идет Тибериус Эф. На втором месте From the World. На третьем месте Бо Вояж. Четверть пройдена за 31,5 секунды. Лидирует Тибериус Эф. На втором месте From the World. На третьем Бо Вояж. На четвертом месте Макдональд Лючик, на пятом Хартун. На первое место вышел Бо Вояж. На первое место вышел Тибериус Эф, на втором месте From the World, тут же Бо Вояж, на четвертом месте Макдональд Лючик. Четверть пройдена за 30,5 секунды. Впереди Тибериус Эф, на втором месте Бо Вояж, на третьем From the World, на четвертом Макдональд Лючик. Оба есть. Сбоил From the World. Впереди Тибериус Эф, на втором месте Бо Вояж, на третьем Макдональд Лючик, на четвертом Рэп, на пятом месте Хартун. Он и вторым не должен. Четверть пройдена за 31,5 секунды. Впереди Тибериус Эф, на втором месте Бо Вояж, на третьем Макдональд Лючик, на четвертом Рэп, на пятом месте Хартун. Бег идет Тибериус Эф, на втором месте Бо Вояж, тут же Макдональд Лючик, на четвертом месте Рэп. Радость вместе с нами.
все сбылось на этих замечательных соревнованиях. Я думаю, что сегодня все получили огромное удовольствие. Как говорил молодой спортсмен Карасик, великий фильм «Вратарь», ничего, что дождик, ничего. Настоящим поклонникам лошадей не страшно ничего этим прекрасным московским летом. Все кубки, друзья, у нас получит сейчас один человек. Наши иностранные друзья, наши коллеги, представители Франции, Норвегии, Финляндии, вручают сейчас призы. Аманес, спасибо. Собирайте роскошные букеты, работают фотокорреспонденты. Здесь нужно обязательно нам сфотографироваться. Впихивают, посмотрите, а, впихивают цветы в кубки, и это удалось. Но вот эта ноша поистине не тянет. Браво, Аванес, браво! Аванес, один короткий вопрос. А как же я задам вопросы? Аванес, скажите, а как ведет себя, вот вы можете определить по поведению лошади, что она выиграет? Сейчас мы хотим передать микрофон для того, чтобы...